Ой, хорош. Вот это дэмэдж пошел. Нет, не пошел. Пошел дэмэдж. Еще БМ ждем. Хорошо. Найс. Ульт от копы! Замедло какое. Просто на месте стоит чувачелло. Ой, а чё ты на месте стоишь, дядь? Жесть. Ну что, ребята, вот и загрузилась у нас каточка. Наконец-таки будем сейчас играть в Думе, на Думе, на керри. И пожелаю всем приятного просмотра, ребята. Не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал, потому что я постарался, когда записывал это видео. Это видео получится офигенным, я вам отвечаю. Отвечаю, ребятки. Тут у меня, короче, есть определенная стратегия. И эта стратегия заключается в двух моментах. Тут в двух моментах, как вы видели же по Затару на превьюшке, катка должна быть очень интересна через один артефакт. Это через Скади, да, конечно. И тут есть две комбинации. Либо мы берем Скади и берем Кробу и имеем стопроцентное замедление, либо мы берем Волка, бери, Волка, бери. Других героев не существует и крипов. Вот, короче, и посмотрим сейчас, как это будет работать, насколько это будет жестко, и будет ли вообще думку кого-либо куда-либо отпускать. Это реально должно быть очень круто, и такая стратегия, если честно, я буду ее пробовать впервые, потому что просто что-то нахлынуло в голове, думаю, ну давайте попробуем, почему нет? Ну и давайте попробуем. Давайте попробуем. Будет, надеюсь, интересно. Будет, надеюсь, интересно. Буду просто докапываться до кого-то с стопроцентным замедлом и душить. Там мартретка есть. Придется против мартретки брать МКБ. Тут будет прям лютый керри-билд. В какой-то век я не буду делать здесь радиенс. Радиенс я не буду делать, скорее всего. 90%, что радиенса тут не буду делать, потому что я буду делать немного другие артефакты. Не переживай. О, Омника взяли, блин. Из-за Омника эта вся тема под вопрос становится, потому что Омник же, он одну кнопку нажимает, и все, и все неуязвимы. Но посмотрим. Посмотрим, как дела с Омником будут обстоять. Надеюсь, не придется хавать сатира и пуржить постоянно вот эту вот курочку под репелом. Ямид. Ямид, пацаны. Не переживайте. Хорошо, вот так напишем. Ребятам напишем. Пик у нас, кстати, хороший. Хороший пик. Ребятки, кстати, не забывайте, что гайд целиком, вы можете посмотреть гайд на Дума по ссылочке в описании. Внизу есть у нас ссылочка на гайд. Не забывайте, что можно зайти и глянуть гайдецкий. Это вам чисто такая напоминалочка. Это дополнение, дополнение, фановый билд, керри билд. Если интересно, можете посмотреть, если неинтересно, можете не посмотреть. Все зависит от вашего желания, ребятки, хотите вы этого или нет. Так что вот такая тема. Ну все, готовимся, сейчас будет у нас высадка. Неруб на рандоме, нормально. Нормально. Нормально, неруб на рандоме. Так, топорит заберешь. Вот эту штуку беру, ош. И вот эту штуку беру, ош. Хорошо. Хочу, говорит Дум. Хочу. Собака, да. По стандарту начальная стадия. Нужно, конечно же, отфармить стандартные артефакты. Смотрите, там станов сколько. Там вот этот мощный стан, да. И тут у нас рипер только и все. Ой, чувствую, меня некр будет угоманивать в этой катке. Ля, я того видел. Надеюсь, не будет это так жестко. Надеюсь. Внизу бы руну забрать, потом выбежать, фармануть, побежать, схавать крипули. Ну, крипа далеко, блин, вот тут далековато будет, да, бежать крипа. Я две пачки крипов прогуляю. Не к спеху, наверное, да, заиметь какого-то крипа. Просто потом толкнем, сапог принесем, да, как куру нафармим. Да и пойдем схаваем что-нибудь, почему нет. Как думаете, чтобы не терять время? Так, Queen of Pain в офиге, она стоит такая, блин, чё, как нажимать, как двигаться?
когда первый раз посадил за компьютер своего младшего братика, да, и он решил поиграть в дотку, но он совсем не понимает, что нужно делать. Как ходить? Что покупать? Сидит сейчас рассматривает. Так, 20 атак спид, 15 лайфстил. Жиза, ребятки, жиза. Все мы когда-то учились. Все мы когда-то учились. Хорошо. Смотри, какой хитрый на жуке. Бадбой у него никнейм. Иди, лес. Я центр. Иду. Какой лес? Лес, говорит, иди. Смешной, однако, блин. Лес, говорит, иди. Ох ты, Зевс, сразу меня такой. Выгонять отсюда, выгонять. Куры нет, но выдержите. Да ты посмотри, какой на Зевсе. Бля, живчик прям. Знаете, я тоже ча полахну. А у меня тычки побольнее вроде как. Хорошо. Так, у меня ни одного бинда нету. Вот так делаю. Хорошо. Стики надо будет сейчас принести. Что там по мане дать? А, у тебя батлышка. Он сейчас может меня похаросить нормально. Вот почему он разменивался по хп. Давайте отойдем, хильнемся. Стик. Агрессивный Зевс, очень много у него сейчас монопула, поэтому он так агрессирует. На третьем левеле, кстати, за его неаккуратность могу его попытаться убить. За его неаккуратность. Будет пытаться меня опять же тычковать, да? Потому что он гений вообще на Зевсе, короче. Хорош. Чё ты там? Странный парнишка на Зевсе. Он пытается просто перехаросить и все. Сейчас в лесочек нырнем. Погнали, сходим. Стики. Сапог вообще надо было брать. О, совух, бестолковый крип. Ну ладно, возьмем, пофиг. Бестолковый крип, конечно. Так, на разочек берем. Бестолковый, конечно, крип. Вот так сделаем. Надо срочно сапог, ребят. Зевс побежал по рунам бегать. Да, у него там уже сапог. Но Зевс такой будет, бегун по рунам. По рунам. Мне крипа бы более-менее адекватного. Будет нормально. Крипа адекватного. Пойдем сейчас в лес, фарманем крипчика. Хорошо. Вот здесь вот крипов убьем. И нужно что-то адекватное, и нужно его забирать на Зевсе. На пятом левеле хотя бы. Я думал на третьем это сделать, но, как видите, не удалось. Так, отводим. Надеюсь, что-то путнее дропнется. Хотя бы фурбол какой-нибудь. Тролль. Ну, тролль тоже неплохо, в принципе. Тролль неплохо. Все, погнали. Вот так вот. Чекает там варды. Чувак, у меня нету вардов. Я играю без вардов. Керебил как-никак, дядь. Пул прокат, Зевс. Давай, давай, работай. Пул дэмэдж. 600 маны. Ух ты, какой. Зевс фул дэмэдж чисто работает. Очень агрессивный типочек. Каково будет его удивление, когда он... ух ты, да ты шо. Да отстань от меня на крипе, прикинь, бежи где-то мной. 30 маны. На стике, ладно, развел. Побоялся, что там мана еще есть. Да он такой, монопула у него много там. Все, опять побежал за руной. Блин, забавный парнишка. Сейчас 6-й левел апнем уже. На 5-м уже не буду рисковать. Пофиг. Через что играем? Как обычно, через фейзы. Через фейзы. Через фейзы, как обычно. Через фейзы, как обычно. Так, ну чё, Зевс где там? Куда он там ушел? Я уже готов драться. Ну,
Побежали, побегаем чуть-чуть. О, найс, меня механикой проблочило. Но это плохо. Я не забираю его. Не это ли везение? Просто меня не пустило, Дум пошел в другую сторону. Но это ГГ, я могу смело заявить. Если такое начало, это просто кринж. О, это, конечно, жесть, ребята. Надо идти на базу. Вот это, конечно, жестко. Тупо из-за того, что у меня герой начал обходить, я его не забрал. Но сетку нужно было кинуть. Ну, ладно, такой старт говорит о том, что игра будет очень серьезная. Куру, алло! Куру, алло! Самое главное, это Куру, алло. Кстати, очень неудачный старт, ребят. Очень неудачный. Вообще мусор старт. Слушайте, он без хп стоит. Это настоящий. Лол. Давайте вот так сделаем. Вот это уже поудачнее немножко. Его ошибка. Это его ошибка. Очень странный мид. Но он должен был, Зевс, умереть. Должен был с 6-м левелом умереть, с 5-м. Но что-то как-то не удается. Не удается. Так, что дальше раскачиваем? Level Death я не качаю. Я качаю Devour'ы. Мне нужно раскачиваться как-то. Как-то Devour надо подраскачивать. Хоста, неплохо. Поехали, пробежимся. Может, что-то подзастилим? Ух ты. О. Здорово, чувак. Тебе ГГ, пиши ФФ. Только не иди к ребятам, чтобы они тебя застилили. Ну, вот, блин. Кусок говна на самом деле, да, на челе? Сору пишет. Чисто мусор. Чисто мусор. Не делай так. Прикинь, да, просто застилил. Так, через что играем? Soul Ring или Ботел? Дум я всадил. Дум я всадил. Клаку бы взять против Зевса. Чтобы он сильно не харасил. И можно его душить. Вон он вышел. Раньше эсэйс написать надо. Сейчас напишет, чекайте. Это классика жанра будет. Классика жанра. ДК пришел. ДК такой крепенький герой. Крысиный, можно так даже выразиться. Что ты хочешь? Оп, хорошо, все, что я хотел, я сделал. Пойдем в лес. 1400. Первое, что купим, это Лотар Сейдж. Чтоб с Лотара можно было нападать. Лотар Сейдж купим. Да, именно Лотар Сейдж. Именно. Как будем бороться с недостатком маны? Soul Ring. Делаем Soul Ring. Керри билд будет интересным. Вот так вот делаем. Хорошо. Там на топе суета, жесть. Вообще, ребят, но я на самом деле не отыгрываю сейчас. Вообще не отыгрываю центральный коридор. Очень слабо отыгрываю. Пойдем на базу сходим. Очень слабо отыгрываю. Не знаю почему, в миду максимально жестко не повезло. Несколько моментов я просто упустил. Но ничего не поделать. Уже ничего не поделать. Так, вот так, вот так делаем. Хорошо. Там фурболги клепают. Кайф. Ты смотри, пойдем на топ. Подеремся. Так вот сделаем. Чувак, да стой ты. Хорошо. Вот Криса. Так, того я не стал думить его, конечно. Но я думал, так заберем. Так, Девоур беру. Хорошо. Беру Девоур. Там некор идет, чувак. Если что. О. Собака, да. Дали люнгма. Не хочешь ты побить его немножко? То есть,
Маны 0, говорит. Из-за этого не хочет. Ну ладно. У меня 37 крипов, это такой мусор. Но я стараюсь активничать чуть-чуть. Но катка максимально неудачная по старту. По старту неудачная. Сейчас, кстати, с сатиром я хрен, что у меня получится делать. С сатиром хрен, что получится делать. Надо сатира поменять. Надо другого крипа. Совух, еще хуже. Вообще нафиг не нужны. Момник пришел. Я ухожу отсюда. Тут гарпии. Гарпии мне тоже не особо. Гарпии не особо. Надо вернуться на мид, на исходный, и все просто. Зачем я пришел на топе, что-то пытаюсь сделать? Просто иди фарми свой стандарт. Просто мид колоти и все. Девоур тем более подмаксил сейчас. Топ золото брать. Вообще норм. Пушка. Поэтому фармим. Лох. А на копе не лох. Поняли? Один где лох. Пишет ему. Волка бери. Я вижу уже, наверное, на премьере в чате по-любому. Волка бери. Хен, волка. Уже, наверное, пишет. Волка бери. ДК с армлетом. Нифига себе. Волка бери. Так, крипулечка кушаем. Хорошо. Волка бери. Сейчас Лотар Сейдж уже почти имеется. С монополом, конечно, не веселье у меня. Это временно. Так, даю Ош. Что там, суета началась, да? Пойдем, Лотар есть. Тима говна, никто не поможи. Стандарт. Чувак, расслабься. Расслабься, чувак. Ух ты, смотри. Зевс, видели, что купил себе? Плотный. Ты крыса, а? Погнали, задушим его. Задушим чувака. Смотри, имхашный что ли? Куда убегаешь? Меня убегает, посмотри. Реально от меня убегает, походу. Реально от меня, походу, убегает. О, здорово. А вот это я тебе отвечаю, он от меня убегал. Я тебе отвечаю, он от меня на Зевсе убегал. Просто вот отвечаю. МХшный, я вам серьезно говорю. А че он бы? Че он бы пошел бы на мид дальше фармить. Он начал уходить, он знал, что я иду. И вард еще этот нашел. Скорее всего, с МХ. Гнилина маленькая. Так, смотрите, у меня два левела прокачалось, да? Оу, еп. Сейчас девоур возьмем. Так, у нас клэпчик есть. И надо поработать немножко. Блин, он понятно, почему он на Зевсе играет. Так он же будет видеть лоу хп и будет ультовать. Логично. Поэтому давайте чуть аккуратненько. Аккуратненько. Так, сейчас у нас ластовый тик. Ластовый тик. И берем девоур. Хорошо. Дум. Поняли, да? Кстати, у нас проблема, если они собираются в пятером, будет очень тяжело их дефить. Не сритесь, вот так напишу. Давайте соул. БМчик бы какой-то еще. По лесу погонять мартретку. Пару вардов. А, так что по лесу гонять, если она тут ходит? Если она тут ходит, что гонять ее по лесу? Ребята. Что ее по лесу гонять-то? Хорошо. Пойдет. Не пойдет. Пойдет. Не пойдет. Че, БМчик сделаем для начала. И начнем керри билд по чуть. Сам Зевса убить не могут.
Фармим. Куда взять, по кайфу было бы. Надо и БМ тут взять еще. Там еще и ДК, блин. Я всех не смогу перегангать. То есть я кого-то убиваю, да, там Мартретка убиваю, того убиваю, но всех перегангать крайне тяжело будет. Еще Зевс что-то будет делать в этой катке. 100%, потому что он, скорее всего... Меха. Да. Они, скорее всего, эту игру даже попытаются и выиграть. Печалька. Сильные пацаны. Волка бери. Момник. Волка бери. ДК крепенький. ДК крепенький. Сейчас Зевс, наверное, сюда побежит. Хорошо, побежали на Б. Так, что next там собираем? Вообще, теоретически, нужно сейчас просто уплотниться, чтобы они об меня как-то подубивались немножко. Потому что там очень грозные, да, герои, которые прям люто будут душить. И очень хотелось бы пойти лес. Нужно пойти. На мид сбегаем, наверное, да, сейчас? Дали люнгма. Так, сделаем. Что там, 11 левел? Не делится ни на что. Анстапа был? Был. Вопросы есть? Нет. Так, он репел себе кинул. Думает, неуязвимый теперь. Хорошо. Пробежаться бы, знаете что? По лесу. Надо крипа взять. Нормального. Вот опять сейчас ДК даже убили, да? И все. И все, останавливаемся. Волчару давайте таки возьмем. Реально, сейчас волка бери, сделаем. Для чего? Потому что побольше демеджа возьмем. Хорошо, соул юзать не буду. Сюда. Вот так вот. Очень много магического урона там, прям очень много. Уйма. Уйма magical damage. Стан просто дай. Ладно. Просто стан дал бы. Фармим, пока есть время. 2500. Пойдем наверх сходим. ДК надо было, нам надо будет, наверное, дум кинуть. У меня скорчит КД еще. Очень долго будет КДшиться. Очень долго. Так, он форму поднял. Че по левелу у нас там? 11. Надо взять. Армлет включит, нападу. Я бы сам справился. Зачем ты нападаешь? Ну вот, честно, мы друг друга не понимаем. Я жду, пока он армлет включит, чтобы он быстрее начал отъезжать. Прилетает чувиха, получает дамагу, я кидаю и начинаем нападать. Но это неправильно. Чудо-стример. Жесть, конечно. Везде меня хейтят теперь. Чё не сделай. Чё не сделай, везде хейтят. Хорошо. Чудо-стример, говорит. А нытик такой на спектре же есть. Как можно быть таким нытиком? О, жесть. Вот это, конечно, крутотенечко. Грин Орк. 1-4. Чувак, соберись. Он вроде старается на команду играть. Да, тут на команду не будет игры. На команду нет. Чудо-стример, говорит.
Чудо-стример. Слушайте, этот видос смело можно назвать бы чудо-стример. Именно чудо-стример. Сейчас такая радуга, да, сейчас произошла. Так, манго можно? Манго. Смело можно next скади. И чудо-стример готов. Чудо-скример. Даже. Зевс там варды чекает. Крысит получается. Что там, монета? Let's go. За монеткой сбегаем. За монеткой сбегаем. Чудо-скример. Догон на некре, это плохо. Не успеваю нигде выфармливать, если честно, вообще. Прям чудо-стример какой-то. Оппоненты чуть покруче фармят. Чуть покруче фармят. Они вместе соберутся, они эту игру могут закончить. Реально. Могут закончить. Могут подзакончить эту катку, если соберутся. Будем надеяться, что они будут тянуть. Я нафармлю свое. Будет хорошо. Хорошо, уходим. Го. Го, бро. Вообще без Б. По лесу ходят. Надо к ним в лес пройтись. К ним в лес. Молнию сделаем. Первый артефакт молнию. Чтобы можно было влететь и дамажить. Влететь и дамажить. А в лесу, правда, можно огрести. Но мы попробуем не сделать этого. Не получится. А, они Рошана пошли. Они в Роши. Скорее всего, в Рошане. Молнию убери, Ош. И ломаем. Жесть у меня затар, конечно, бича. Никогда так не собирайтесь, ребят. Никогда так не собирайтесь. Так, некро зажучили. Хорошо. Зевс пришел. Зевс такой, знаете, латентный. Латентный мхашник. Уйду лучше. Не буду рисковать. Лучше не будем рисковать. Очень медленно, кстати, фармлю. Смотря на то, что позитивный КДА, да? Опять копа подработала. Хорош. Тринадцатый, одиннадцатый. Не, короче. О, здорово. Эй, это плохо, мне сейчас рипера даст. Да, бэм. Жесть. Нормально он даст, ты нажал, блин, молодец. Карапасы жми. Вот ДК будет очень сильно напрягать. Шанеруб делает. Так, ну я стрик отдал, это очень плохо, это сейчас усугубит все. Не успел я БМ прожать, микро КД... А, гем. Гем некр, если что. Гем на некре, это плохо. Ну выбьем. Один заход. Все. Но игра будет интересная, она в принципе не такая динамичная, я не могу толпу убивать. Хорошо, омника здесь закрыли. Там омник, походу, даггер хочет сделать, поэтому фармит. Я бы сейчас на топ побежал, вот этого сразу забрать. Так, догончик, Максим. Стики можно скинуть.
Идем сюда. Так, есть кто? Кого-нибудь можно тут забрать? Никого. Меня подбешивает, что он просто сидит, просто пишет и все. Достал. Просто бесит. Вот как будто у него задача просто сидеть и писать в чате. Вот он не играет, он не играть заходит, он заходит пописать в чате. Такие игроки вообще клинят на самом деле. Сидите, играйте в удовольствие, крипов гоняйте. Ты на спектре играешь, что ты ноешь? Спектра в начале сосет, в конце. Вы поняли, да? Напишите, кто понял. Со звездочкой желательно. Хорошо. Оп, найс. ДК фармит. Прикинь, какой кайф на ДК. Фармиует. Так, тут вдвоем они фармят, да? Хорошо. Потом еще Зевс. А не, Зевса не убьем. Надо было в Т2 лететь. ДК такой, хитер-бобер, да? Идет сюда. У него даггер. Будет блинковаться. У него даггер. Некр идет. Некр пошел, да? Да не-не, вот некру, если фиссур дашь. Все, уже поздно. Даггер бы. Хорошо. Так, вот этого выбить надо. Выбить надо. Хорошо. Так, забрали, найс. Апнем молнию. Апнем молнию. Хорошо. Забрали гем. Тут сильно бычить не будем. Сейчас Зевсик. Next скади попробуем. И будем брать комбинейшн. Будем стараться бить просто. Есть у нас молния. То есть какая долгая игра будет, да? В лейте они нас, конечно, должны порвать. Потому что у нас нейтик на спектре. Не факт, что он будет играть. Не факт, но посмотрим. Попадает станом, убиваем. Хорошо. Пойдет, тэшку заберем, будет кайфово. Отлично, найс. По чуть идем. По чуть идем. ДДшечка там. Нормально. Так, 1700. Хочется скади. Вот next прям скади так можно будет сделать. И волка я уберу. Волк, знаете, чем хорошо надумал? У него очень много родного, да, дэмэджа. Соответственно, волк очень много будет давать. Но тут будем играть через замедло. Как раз зайдет. Если не будет заходить, то мы соберем что-то другое. В любом случае. Ребята, начали, да, уже. Ну, как начали, так и закончили. Жесть. Как обычно. Драка начинается, там просто все отлетают. Так, ну у меня почти есть скади. Ракла. 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 Ой, Ракла. Единственное, что меня пугает, это некор со своей косой. Старого деда. Прикинься, нападает в ЖГГ. БМ, кстати, в этой катке вообще не юзается. Нету моментов. Я, в принципе, не подставляюсь. Не подставляюсь и не юзается. Ракла. Но столько времени в этой катке.
принципе, нормально, я думаю, будет все. Так, это что там такое? Ля, это что делает? Ракла. Так, ну я могу туда зайти, но мне кажется, я там долго не протяну. У меня ни армора, ничего нету. Я могу под кнопками зайти, но Зевс если нажмем. Хорошо, спека прочекает. Ага. Ну, они стоят там, чейсят. Чейсят. Да, вот в четверых, прикиньте, я бы сейчас забежал. Найс вообще. Сейчас бы я в четверых побежал, как дурачок. Экар. Ой, хорош. Вот это дэмэдж пошел. Нет, не пошел. Пошел дэмэдж. Еще БМ ждем. Хорошо. Найс. Ульт от копы! Ой, жесть. Ну, хорош. Ну, трипло оформил чисто топотами. Но ульт копы, конечно, это нечто. Так, ну хорошо. А, прям драка сейчас хорошая была, на самом деле. Неплохо. Натопал там. Жесть. Так, ну 60 секунд в таверну отправили меня. Опа, куда ульт кинула? Вот сюда она кинула. Сюда кинул бы. Жесть. Да не. Жесть, пятеро в таверне, он пишет, сейчас его убьют. Это забавно. Так, Раденс на спеке есть. Блин, это на самом деле ржомбовая игра. Так, 4000, да? 4000. 4000. 4000, Скади. Молния есть, по кайфу. ДК дал, чтобы он стан не дал, ребятки, чисто. Дал ему Сайленс, чтобы он стан не давал мне. И все. Сейчас Скади. Next Скади прям стопроцентно, чтобы не отпускать никого. И МКБшку. МКБшка. Можно даже сейчас МКБ сделать, но Мартретка. Мартретка, конечно. Не живет особо. Вард там сразу сняли. Но у них там сентри стоит еще до кучи. Сентри до кучи. Че, пробежимся, посмотрим чуть-чуть, есть кто или нет. И пойдем фармить, да? Ага, нету. Тут, если ближнего кэмп, тут никого нет, то не пойду дальше. Фарману лучше. Лучше фармануть. Блин, я там нормально наскакал, да, критами. Жесть. Я думал, я боялся рипера именно, но там рипер, походу, уже был кого-то закинут, я не видел. Давайте вот это. В магаз все отправим. Солринг продадим уже. У меня скади будет, мне солринг не нужно. Они опять рошу. Хорошо, опять идут. Ага, Еса. Ой, Еса на рипера. Жесть. Пойдем. Тауэр. Уходим. Все сюда идут. Пойдет. Так, гарпии нам не нужны. Нам за медло уже нужно. Можно работать будет. Дэмэджа не будет хватать теперь. Сейчас дэмэджа много. Кажется, что дэмэджа много. Скади есть. Что некстом собираем, ребят? Некстом МКБ и, наверное, Кираса. Наверное, Кираса. Наверное, Кираса. Посмотрим. Так, это продаем. Тревел бы взять еще до кучи. Так, Мартретка Линка. Там не пофиг, меня через Линку бьет. Вообще пофиг, чувак. Клино. Запутался немножко. Что хотел сказать. Собираем тут. Пойдет. О, еще сбор. Руб, конечно, там по КД фидонит. Пойдет.
Так, сколько на низу будет оппонентов? Сейчас надо прочекать. Два героя, в принципе, можно подраться. Один герой вообще прекрасно. Мартретка в миду. Мартретка в миду. Никого нету, да? БКБшку бы было бы круто, но некуда просто. Типа с БКБ я просто захожу и нарезаю. Так, там кобольды, да? Эх, не реснет он их, да? Это спектра раковые. Раковые спектри. Надо вард поставить. С вардом намного лучше будет. Тревел надо разобрать, собрать. Стой, чувакабра. Один удар сделать мне только ему. ЕС поможет, если что, ЕС все может. Хорошо. ЕС поможет, ЕС все может. Ох, не, кор пришел. Это плохо. БМчик есть? Если что, я с руки задамажу. Главное, чтобы они вышли. Нет, не выходит. Некор, если бы сюда пошел, я бы сейчас раздамажил бы. Раздамажил бы. Ну, в принципе, главное, что я сейчас фарманул. Согласитесь. Фарманул. Так, это разбираем, это продаем. Один блейд оставим. По понятным причинам. Давайте пару вардов возьмем. Погнали. Некр надо разочек газануть. Мне главное дать одну тычку и все. Одну тычку даешь, там за медло идет. Прям нереальное. А прикиньте, под думом это такая пушка. Вот сюда вард поставим. Видно было. Мартретка там зафармила еще, да? Но мартретку забрали, она кукарекнула. Так вот сделаем. Он обходит, пацаны. Реген заберем. Надо этого, блин, чувиху найти. Сюда поставим, вот куда-нибудь сюда поближе. Этот вард так и не нашли, кстати, это хорошо. Мне нужна чувиха с замедлом. Будет офигенно. Так, сейчас тут будет по-любому кто-то фармить. Очень близко к товарам. Немножко некомфортно будет. Пойдем сюда. Там безопасно. Безопасно. В рошу пошли, да, походу? В рошу пошли. Оставьте. Есть. Да, там Рошана бьют, скорее всего. Да пофиг на этого Рошана. Мы тоже сильные. Блин, чё ж так не везет, да? Так, этот фармит. Только даггер нафармил парень. Жесть. Волка бери. Кстати, чё не пишете волка бери? Я ж с волком хожу, точно. Но надо эту... чувиху взять. А блин, че ж так не везет? Нету этих. Нету гоуста. Гасты нету. Спека полетела. Ой-ой-ой. Ну драка наша, кстати. Я сейчас тревелами прилечу, мид сломаем сейчас. Го-го-го. Что там, линки? Одну тычку дать. То есть он быстрый. Да не блокуй, Пичо, не блокуй. Пичо, не блокуй. Эх, не попаду, да? Дядя, зачем так делать? А ты Криса. Пичо, не блокуй. Ломаем.
Чудо-стример. Чудо-фиссура. Чудо-женщина. Вообще легкая на самом деле игра, просто фармишь и все. Побьем чуть мид. Или на ТП-шках надо уходить. Да что так долго вы там минжуетесь, крипы влево-вправо бегают. Крысят. Жестко. МКБшку хочу. Ну, next МКБшку, наверное. Next МКБшку. Хорошо. А, то есть сюда ты ульт нормально кидаешь, да? Прикольный парень. То есть ульт сюда нормально кинуть, а туда ульт ненормально. Вот такой вот, значит, парнишка. Здесь рефреш нажал. А чё он там остался, чувак, на этом? Где? Да нету, блин, прикинь. Всю игру ищу Гоуста. Гасту ищу. Крабелус. Нету Крабелуса. Опа, не кор. Заблочит мне кэмп. Вот скотина, а. Как можно таким быть? Как можно таким быть? Заблочил меня, прикинь. Да, гоун кэбэшку сделаем. Мартретку бить. Да нету гостов, смотрите. Какая-то проблема. Но фармим, пока госту не найдем. Фармим, пока госту не найдем. Хорошо, МКБ не за горами. МКБ не за горами. Так, хорошо. Что там, Зевс? Настоящий дядь. Ух, как он его сейчас подсолил. Рано Карапас жмет. Карапас надо пытаться подловить. Молодец, забрал. И то радует, да? Что там, драка началась. Нужно Госта найти. Хорош, закайтил. У меня хп нету идти драться, да? Вот она, наконец-то. Че, пойдем пройдемся. Погнали, хп хоть и нету, но чуть-чуть скорч там подниму. Чуть-чуть подниму. Погнали. Найс замедло, да, ДК? Братец. Найс замедло. Но я не должен тут умер. А, ну проблочил. Зачем блочишь? А, репел на нее кинул. Все же, видеть. Блин, я бы выжил, если бы ЕС сейчас не заблочил. Жесть. Какая досада, да, ребят? Вообще жестко. Кстати, возможно, он форстав мог дать. Возможно, но не суть. Так, ну пойдет. Сейчас будет прям вот то, что нужно. То, что нужно. Видели, ДК на месте просто стоит. Вообще кайф. ДК на месте стоит. Мартретку я буду уже перекрывать. Жалко, меня не спасли. Очень жалко. Ну пойдет, сейчас уже прям в наглую можно будет нападать и душить. Можно будет тык-тык-тык-тык. Чисто, никого не отпустим, ребят. Абсолютно никого не отпустим. Это же по кайфу. Блейды таки продадим. Не решаю себе купить Буризу. Волк продали, дэмэджа хватит. Все равно. Волка продали. Найс. Так, иллюзиями фармят. Кайфу. Сейчас МКБшку вместо БМа. Ууу, жесть. Блин, три раза умер, да, такие досадные смерти, просто чуть-чуть не хватает тютельки. Ребятки, тютельки не хватает маленькой. И надо бы подвардиться, да, наверное, но нету слота на подвардинг. Акаша, МБ повардишь. Он же в тупую пойдет вот сюда, поставит вот сюда. Он так не варик.
Собака, да. Авака, да. Погнали. Или рейдж еще можно будет сделать. Сильвер Эйджи. Так, у нас двойное замедление. Они пошли в этого, да? В Рошана. Кстати, было бы хп побольше, я бы выжил бы 100%. Так, 2000 есть. Еще косарик тут, да? Они в Рошане, скорее всего. Не. Тогда мы опасно тут стоим сейчас без вижена. Без вижена опасно. ДК со стана влетит. Отойду. По низу пройдемся лучше. Кайф сейчас, столько крипов много выходит, много золота. Много золота. Они зажаты в хайграунде сейчас, на самом деле, оппоненты. Если так задуматься, они зажаты. Давайте вот так сделаем. Очень тяжело без вижена играть, ребята не хотят ничего сделать. Не хотят ничего подвардить. О, ДК поймал. Ну еще форса есть. Так, ну это ульдума был. Ой, ульдума. Ульдзевса. Ульдзевса был уже. Сюда сделаем. А можно пройти? Спасибо. Можно пройти. Сюда бы еще поставить сейчас. Хорошо, все завардил как надо. Блин, очкую нападать на кого-то, потому что они всегда толпой сейчас ходят. Я хоть и буду в 100% замедле держать, но... Лучше фармить. Чем просто бегать. БМ на МКБ поменять. Можно, можно вообще кирасу сделать. МКБшка. Не все толпой ходят вместе, как вот, да? Смотри на Зевс, какой хитрюга. Смотри, а он МХшный, я вам отвечаю. На Зевсе это чувак. Он с МХ играет. С МХ играет. А сюда он не пойдет. Такой вот он. Он латентный МХшник. Реально латентный, потому что он вроде не палится, а вроде... И такой, знаете. А может и нету МХ, кто его знает. Но все варден мои уже нашел. Опа. Гоу. Гоу, сейчас будем душить. Все нормально, все хорошо. Гоу, сейчас будем драться. До любого докапываюсь. И ГГ. О, я понял. Жесть, успел таки. Но меня подсейвили, найс. Подсейвили. В центре стоят, никто не девардит. Фул хп мне дает рипера, чтобы вы понимали. Фул хп рипер. Фул хп рипер дает. Эй, Мартретка вообще не в тему подошла. Мне никто не поможет тут. ЕСа нету. Как же это тупо. Че они на базе сидели, интересно? Ну, минус две стороны, окей, я байбекнулся. Зачем, непонятно. А
Оппоненты на самом деле, вот да, вот вы посмотрите, катка легкая, да, они молодцы, они очень слаженно играют вместе. Они стараются друг другу помогать, они ходят толпой. У нас нет такого. И варды никто не ставит, я стараюсь ставить. Блин, замедло не работает, потому что не на ком пробовать. Нету драк. Вообще нету драк. МКБшку пойду делаю. Я сейчас прогулял 3000 золота, если что. 3000 золота прогулял. Сейчас подловим. Нормально будет. Все, походу я наигрался, да? Интернет передает привет. Что там делает чувак на Нерубе? Господи. Какой же он наркоман чисто. Жестко. Ну, байбекнулся я, кстати, здоровски. Блин, какое нахрен МКБ? Я сижу про это. МКБ надо. У меня есть МКБ. Мне нужен этот. Что-то еще вместо БМа собрать. Вместо БМа по кайфу будет. Вместо БМа. Типа кирасы что-то. Вообще лучше БКБ, конечно. БКБшку. Я хочу ДК побить. Он на месте стоять будет. Он пойдет дальше пушить. А тут сентри. А, нет, сентри. Смотрите. Замедло какое. Просто на месте стоит чувачелло. Замедло стопроцентное. О, здорово. С рипера залетает. Найс. Ну, все в пятером меду. 150 сек. Жестко, вот это уже сейчас может быть заявочка на то, что нас могут поддушить. Все, FF. Все, FF. Спектра. Ой, спектра, конечно же, нытик. Такой нытик. Играет на ХК, жесть. Вот, смотрите, что ЕС делает. Вот и все, и туда копы улетают. Вообще жесть, что с этим... С чуваком на... Не бери. Не бери никогда ХК. У тебя мораль очень слабая. В таких героях. Ладно, если бы мы стояли в минус две стороны. И без шансов. То да. Тут изи. Они тянут что-то. А ты всю игру ноешь. Чисто нытик на спеке. Ну реально, по факту нытик. Всю игру ноет. Фефе, фефе, вы мне не поможи. А мне по кайфу. Вообще. Никто не задрачивает. Чё хочешь делаешь? Чё хочешь делаешь? Вот я реально кайфую вот сейчас с этой игры. Потому что меня никто не задрачивает в этой катке. Вообще нормально. Вообще по кайфу. Так, ну я же 5 раз видел. Вообще нет мне прощения. Вот эту курочку бы поймать. Я ее уничтожу вообще на изи. Сильвер. Я сильвер не хочу делать. А, понял. Кида решает. Ладно. Ныкник. Вот у меня КДА плохой. И мне не понравилась игра. У меня тоже КДА плохой. Почти ассисты и хилы в одном диапазоне. Мартретку надо найти и заглушить ее. Ребята. Опа, ДКшка. Лотарчик. Опа, нифига себе копа что делает. Так, я реснулся. Это хорошо. Ага. Рашпетка. Рошанчик, дядя. Там Рошанчик, чуваки. Ой-ой-ой. Там что за драка, ля? Вот этой дум сразу сходу. Да найс ты дамажишь меня, чувиха. Найс надамажил. Что там? Бегает кто еще? Некор еще живой вроде, да? Да. Некор отсюда сейчас выйдет, но у него нету этих
Риперов никаких, ничего нет. Да ты никуда не уйдешь, дядь. Стопроцентное замедло. Ты чё? Одну тычку дал бы еще. Но я умер, кстати. Блин, как же убого играть без вардинга, это вообще жесть. Я вот просто, не знаю, прошу, да, копу купить, ну, не купить, я могу даже попросить, чтобы он просто поставил. Жалко, конечно. Там ребята, прикиньте, играют с каким удовольствием, и вардинг, и все у них там есть. Но омника вообще не отпускает, такое замедло стопроцентное, это прям вообще пушка. Так, ну вот что купить? Ластовым слотом. Хочется, конечно, кирасу. Я не хочу апать Silver Age. Вот хотите верить, хотите нет. Да там варды стоят, чувак, он же тебя байтит. Так. Чайнмейл у меня есть. Значит, вот это надо и Курумагас. Хорошо. Кирасу сделаю. С кирасой можно будет с мартреткой прям по кайфу драться. По кайфу. 40 секунд, БМ. Разбираем, продаем ништяки. И, блин, на Неруби парнишка, забавно. Не успевает все нажимать, он там мышкой, скорее всего, нажимает. Такой, ай, что делать? Ну, нормально. Бодренько все равно. Опа, ДКшка ворвался. Ну, спектра, беги, дядя. Ой-ой-ой, сейчас у нее тут лицо полетит. Юг у вас МХ играет. Да. Он меха. Ой, спектра, братец, что-то тебе больно прям. Ух, ЕС там в форсаже попытался сделать что-то, но не удалось. И ЕС, кстати, ГГ тоже. Так, робу. Вот эту хрень. Вот так и вот так. А, подожди. Че-то я тупанул. Сорян, я еще не проснулся. Так, кираса есть. Кираса есть. Пойдем. Мое стопроцентное замедление. Слушайте, а тут сейчас ДК идет лоу хэповый, да? Вот так пройдем. Ой, а че ты на месте стоишь, дядь? Жесть. Просто на месте чувак стоит. ДДшечка, неплохо. Кстати, Рошан есть? Крип. Рошан есть. Ну, что-то мне кажется, они сюда идут. Прошу, можем. Жесть. Видели, я пошел как Рошана поднарезал. Ну, пойдем, мне кажется. Я сам-то заберу. Мне Егу некуда ложить. Жестко. Стопроцентное замедло просто в комбинации. Мартретка просто ничего не сделала. Просто стоит, втухает. Так, ну Сильвер. Блин, Сильвер я не хочу. Сильвер вообще не хочется. Сильвер не хочется. Сюда можете что хотите добавлять, тупо. В этот билд, под думом там вообще шансов ни у кого нету. Шансов нету ни у кого под думом. Пойдут дальше. Ребята, ну надо же еще толкнуть немножко. Не хотят, категорически против. Не хотят. 2300 имеем. Ух ты, смотри. Так, без хп. Крипчика захавай. В любой непонятной ситуации всегда хавай крипчика. Иди сюда. Да нет, там их много. Отлично. Крипов отлично побил. Ты как вообще там? Ты как там? Ставерный. В сотый раз. Норма. Хорошо.
Они, возможно, дальше пойдут, но надо байбек держать. Байбек держать. Плюс вообще раки. Вообще на ютубчик стримят. Вообще жесть. Ты умрешь сейчас. Это был байт, грамотный причем. А не, кому? Ладно, деремся уже. Пойдет. Надо завардиться. Вот здесь подход надо видеть. Либо вот здесь, либо вот здесь хотя бы. Зато поною в чатике. На спеке. Какой же ты попущенный. Так, 4000. Вообще БКБ надо делать, ребят. Тараска. Бэшка. Над собой. Не до стримом. Блин, чувак. Чувак. У меня 50к людей, которым все нравится. У тебя 0к людей. И тебе не нравится. Не ной. С тебя все поугарают, не переживай. С тебя все поугарают. Я играю чисто на контент по рофлу. Мы могли давно закончить. Он этого не понимает. Мне нужно собрать определенные артефакты, чтобы закончить эту игру. Все остальное мелочи. Он один. БКБ надо делать вообще. Я бы такой сильвер даже продал. Боже, закрой свой рот уже. Хватит писать. Такой чел душный. Очень душный. Очень душный. Сейчас пацаны, мне кажется, в минус сдохнут. Вот это плохо, они могут камбэкнуть, ребят. Блинкуй, дядь. Не могут камбэкнуть это. Я топ толкну. Не идите. Так, некр дал рипера, да? Некр дал рипера. Рук там газует соло. Queen of Pain с Аегисом. Ага, выпал Аегис уже, да? Выбили. На меду все стоят. Их бы на отходах как-то поймать. Они дальше идут. Дальше идут. У них вардинг стоит. Вардинг стоит. Нормально. Зевса заколотила. Молодец. Да лучше, чем ныть. Уф. Я хочу лотар продать, на самом деле, купить даггер. И шард купим, наверное. Вообще желательно байбек оставлять. Я пройти не могу. Давайте, знаете, что сделаем? Продадим лотар. Покупаем даггер. Сильвера я не хочу. И шарды. Так и сделаем. Так и сделаем. Хорошо. Жесть, я так заигрался. Мы 63 минуты, оказывается, играем уже. 63 минуты. Все пойдет с таким затаром. Должны заканчивать, ребят. Но БКБхи, конечно, будет не хватать, если в меня кнопки будут нажиматься, это будет бобошка. А в меня кнопки по-любому нажмут. Я хочу, чтобы кто-то вот это соло подефил, чтобы я мог пойти и испытать свою нарезальню. Адовую. Адовая нарезальня. Кто ТП дает? Неруб вообще так нагло ТП дает, ему пофиг. Адовая нарезальня. Омник варды носит. Вот настоящий парнишка, да, саппорт. Молодец. У меня байбека нету, правда, сейчас. Линку еще купили. Да мне пофиг на эту линку. На самом-то деле.
Все, никуда не денешься, дядь. Омник не может убежать со своей пассивкой. Пацаны, чтобы вы понимали. И, кстати, если что, меня, по-моему, Морта перебьет, да? Так, Еса поймали. Еса поймали. Живой он или нет еще? Так, две ульты всадили даже. Нифига себе. Так, ну ульт кдешится. Когда умник крестится, будет ульт. Будет ульт, когда откдешится, да? Вся тема. Отхил бы какой-нибудь, да, еще? Третью сторону хз как ломать будем? Все зависит от того, как они выйдут с хг. Лотар. Лотар нажал, побежал. Возможно, ко мне, кстати. Ага, вон он. Но ЕС и ГГ. Смело. Смело ГГ. Мне Рипера дал. А, жесть. Добьют хотя бы Мартредку. А где? Ты не полетела, что ли? А вот сейчас... А вот сейчас... Могли. А ты не полетел. Молодец. Да уж. Да, мы скорее всего проиграли это. Ребят. Спектра не захотела лететь сейчас. Могли сейчас забрать Морту. Морту забрали бы. Дефайтесь. Докатка начинает, если честно, напрягать. Я чувствую, надо БКБ просто, парни. Надо БКБ делать. Если я БКБ сделаю, я сам смогу прыгнуть, да, образно подраться. 80 секунд. Жесть, как это долго. Как это долго. 30 сек ЕС. Ну, некор, конечно, в меня тупую прыгает, но сейчас, скорее всего, даггер дропнем. Он один. Омник. Что ты на спектре там забыл? Омник один. Так, Рошана забирают они. Жесть, ситуация у нас, ребята. Ситуация страшная. Глифы есть, если что. Спектра все, короче, спектра обиделась. Стримеры плохие, все плохо. Ес, брат, куда ты? Сейчас умрешь. Уйди, уйди, уйди. Лотар не контрится. У копа, блин, слотов столько, не контрится. Неруб приколист, я вам отвечаю. Я реснулся. Наруб приколист. Че там, драка сильная, да, ребят? У этого Аегис есть, да? Хорошо, пошло дело. Хорош. Лотары же купил, но нам лотары нужны. Кто байбекнулся? ДК байбекнулся. ДК байбекнулся. Хорошо. Ну я побайчу, да? Я умру, возможно, да. Но я буду драться уже. Хорошо. Блин, некур там тухает. Пойдет. Это размены у нас тут. Мощь вообще. Некор, конечно, такое. Так, ну я соло не сломаю. Таракан 16 секунд, да? Байбекнется, кайдек, колдекнется. Меня там с магией просто перебьют. С магией перебьют. Забрали. Рошу. Чел.
Так, вот тут у меня КДшка, да? Плохо, мне картам, отлично. Ну, Омни креснулся. Некор меня на Рипера посадит и ГГ. То есть это имба просто не компится. Ну я режу их. Я ушел. ХП нету. Б. Я без байбека. Ес, умер, да? Жалко очень, что ЕС погибает. Ну, некро забрали, да. Ну, если честно, тут, походу, надо... Надо... Лотар контрить. Нечем Лотар контрить. Вообще. В инвиз просто заходят и все, и уходят. Я убивать могу, просто не вижу их. Убивать могу, просто нету вижена. Так, за мидло, в принципе, уже особо не решает, да? Ну, как бы круто. По спектру, а молодец, убирай. Так, ДК реснулся, да? Мартретка на базе у них. И дождик на улице. Кайф. Бабочку купила. В принципе, еще одна такая драка, я думаю, мы можем выиграть. Главное, мне не сдохнуть без байбека. Мне не сдохнуть без байбека. Кого бы закрыть? Некр? Некр 7 секунд. Вот некра надо, мне кажется, прям смело. Дум в него и все, и пофиг. Но единственное, его нужно забрать. Но мне мартретка будет мешать. Мартретка будет мешать очень сильно. От копы толку нету вообще, если честно. Но походу будем 5 на 5 драться. Походу. 5 на 5. ТДшка. Гоу, попробуем. У меня пол байбека есть. Некро бы забрать, да? Толпой просто напасть? На одного некро этого. Некро, некро, некро. Все очень далеко. Дум в него кинуть. Гоу, нацеплять. Угу, хорошо. Но ДК, по идее, ГГ. Хорошо, дальше, 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 дальше. Давай, давай, хорошо. Но это соло. Соло прочитано, что ДКшка там. Так, Марита, 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 Марита. Меня не надо, меня не надо, меня не надо. Ну ладно, буду драться, если прыгнет. Дерусь, что делать. Дерусь. Ну, я без ББ. Хорош. Ну, забрать, забрать, забрать. Эфку ей сразу. Ой, молодец. Хорошо, ломайте. Хорошо, ломайте, ломайте. Ну, могли сломать. Давай, блин. Барак, пацани, Барак Обама убейте. Но на топе пока там в миду бегают. Жесть, ластовый барак остается, ребят не хотят добить. Вот Неруб пошел бить. Давай, дядя, карапас нажми. Опа, вот так вот, стана туда. Эзериал догоним. Пока у них трон падает, да, незначай. Пойдет. Блин, ластовый барак остается, такой офигенный файт сейчас сделали и не можем ничего допушить. 70 секунд. Такой бред на самом деле. Спектра очень много времени держала, да? Сейчас. Очень много времени держала. И этим временем никто не воспользовался. Вообще никто. Да ЕС, пошел бы, барак снес бы, да? Камон, ЕС, давай, брат. Волка бери. Че, берем БКБ, идем просто заканчиваем или как? Но у меня нету байбека, тогда не будет. Так, ну у них голый трон. Одна их ошибка такая, они проиграли точно.
Ест таки не имется ему. Уйди, братан. Хорошо, что я некр там подловил, да? Но он, видели, некр как мансел? ДК под ногами ходил? ДК под ногами ходил, некр мне рипера хотел дать. Хотел дать. ДК летит. Некр мне рипера хотел дать. У копа вообще своя игра, 70 минут. 70 минут кайфов. Так, ну тут крипы уже постоянно будут подпушивать, это радует. Радует. Взяв салатар, это плохо. Это плохо. Так, 4900. Можно что-то, в принципе, дропнуть. Можно взять волка на дэмэдж, да, уже замедло, в принципе, имеется. Все имеется. Опа, вот и нарубчик вам. Че, ЕСа поймали там? Они над этим бараком ластовым будут там стоять полгода. Спектру на рипера сейчас посадят, мне кажется. Жесть вы. Вообще, ну я в лесу стою, куда? Печалька. Надо поменять крипа. Хотя, блин, если поменяю, не факт, что смогу убивать. Да, пацаны? ПКБшку бы взять, блин. Шестьдесят секунд. ДК. Нам тут сейчас напихают. Байбайк есть, в принципе, можно попробовать. Морту. Сразу закрыть. Глиф минусом. Хорошо. Трон падает у них. Ага, рипера мне фул хп дядь. Молодец какой. Ну, жалко, ТП нету. Я бы полетел сейчас, побил бы. Ну, давай, давай, давай. Трон падает там. Трон падает. Ой, найс крит. Ты чё, издеваешься? Господи. Барак, 20 хп. Вы серьезно? Но некр в меня... Но там варды стоят, блин, в этом проблема. Варды стоят, ребят. У них варды стоят. У нас нету варда. Они молодцы в этом плане. Они вардят. Трон, ласт хп там чуть-чуть остается. Но я не полезу, я без вейбека рисковать так. Че жесть. Без вейбека рисковать, конечно. Подкайте немножко. Хорошо. Так. Мега крипы есть. Мега крипы есть. Еще рипера туда дает. Да нифига себе они лютые. Но в трон они не должны нам пойти. Не смогут, по идее. Они еще не проиграли. Давайте волка возьмем. Поищем. Волка. Сейчас волк хорошо зайдет. Непростая игра, на самом деле, получилась. ДК, блин, с сильвером. Вообще не контрится. Если дальше пойдет, нападу. Не, не пойдет. Че там, ДДшка? Иду. Меня на рипера посадят, проиграем. В принципе, я так думаю. Так. Мартретка там. Магазик не хочет мартрет сходить, как старый добрый. Два кашу дал, дума дал, они вместе играют. Правильно, вообще жесть. Дайгер продай. Дайгер. Дайгер. Пироек. Куда рапира ты чё, дядь? Блин, ну на самом деле комбинация Скади плюс Крабелус это вообще имба. Надо байбек ждать. Сыроек. Хм.
Побайте, может, кого-нибудь. Кто-нибудь придет? Копа возьми. А, БКБшка есть. Они сейчас в этом троне могут сидеть очень долго. Очень долго могут. Yes. Пойдем волка найдем. Эх, ребята, ребята, что ж вы там делаете? Divine Rapier. Голтрон, говорит. Голтрон, говорит. Сейчас пойдем добьем. Так, мне нужен вот этот волк, я волка возьму. Пусть будет дэмэджем дополнительным. 20 секунд до девоура и погнали. Можно взять БКБ. Но опять-таки, смотрите. Некр ищет, да? Вернее, некр АДК ищет, а некр в это время тоже рыскает. Нужно рипера дать ему, да? Там фулл хп рипер дает. Чтобы продамажить конкретно. Крысит нормально. Крысит нормально. БКБ хуба. Хорошо. КБшку. Вон, смотри, идут. Ля-ля-ля, все, фул кнопки нажали. Вот сейчас бы на таком моменте, да, подцепить бы. На базу схожу. Омник там в дефе. Мистер Дефер. Го, поможем. Нет, не поможем. Отменяю. Идем. ДК, правда, тоже проблема. Идем. 82 минуты. Так, ну спектры хп нет. Она с рапирой еще. Зачем? Блин, меня некор убьет с рипера. Зачем он рапирует? Самое тупое это брать на спектре рапиру, мне кажется. Возьми что-нибудь другое. Вот этого. Хорошо. Солянова. Это настоящий, надеюсь. Хорошо. И трон туда с волком. Хорошо, глиф. Ты какой? Опа, минус голова. Джиджи. Камон, ребят, вот такая катка у нас получилась в керри. Ну, смотрите сами. Если честно, мне понравилась комбинация через Скади и Гоуста. Это реально очень крутая комбинация тем, что просто на месте держите оппонентов. Я не знаю, как мы это выиграли с таким вообще балансом, с таким нытиком на спектре. Это, конечно же, 25 раз Неруп умер. Но они, в принципе, сами оппоненты виноваты. Они не шли никогда вперед и, в принципе, стояли АФК. Но я считаю, что в этой катке контент полностью удался, ребятки. На этом все. Поставьте лайк обязательно за это старание. Конечно же, 82 минуты каточка. Волка обязательно бери. Но не забывайте про то, что есть и другие еще, конечно, крипы. Не забывайте по ссылке в описании. Можете посмотреть еще гайд на Дума полностью, ребятки. На этом все. С вами был Ксеназис и до скорого.